ручные гранаты за одну минуту. Включение ручные гранаты за одну минуту. Это ПО. А ты что, не на войну, что ли, попал? 3, 2, 1! Грозом, на консервном заводе. Ты затарился на консервном заводе? Нет, нет, мы только что с боем вошли сюда. Вот. И вот сейчас вот, как, ввиду нехватки воды, мы пьем компот. Стихи в правую сторону, Мустафа. Всех поздравляем с Рождеством. Так. Вот Санта-Клаус. Стрелять не надо. Чё? Почему? Вы пригнитесь, а то стреляют, да? Вот здесь полностью все уничтожили, остался один боец. Все, что здесь есть, это битая техника. А кто уничтожил? Гранатометчики? Да, гранатометчики с левого фланга, слева и справа, он оттуда, из бассейна Москва. Вот позавчера, когда я приехал сюда, здесь все валялось. Трупы еще были? Да, трупы еще были. Значит, находимся сейчас в самом центре города Героя Грозного. Перед последним броском. Анатолий, до дворца скажи, сколько останется? До дворца остается 50 метров. 150 метров. Повнимательней. Амурья, Байкал. Байкал на приеме. Байкал, ну подавайте оттуда быстрее на исходные. Понял, мы на первом этаже, сейчас еще два человека снимаем с постов и выходим. Прием. Первое отделение, все. Третье. Где? Четвертое. Понял, отделение, вперед, на Чуприны. Второе отделение, вперед. Готово. Второе отделение. Второе отделение, бегом марш! Сука, тормоза! Дай подкурю, Дима. Ты сам курить хочешь? Да, там еще, она вроде часов. Дайте одну.